Сегодня мир химии наполнен все большим количеством впечатляющих открытий. Ученые страны, любящие всем сердцем свое дело, продолжают труды предков. В центре этой динамичной науки премия имени Александра и Бориса Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых. В Химическом институте имени Александра Михайловича Бутлерова Казанского федерального университета прошел очный этап премии. Панельные дискуссии привлекли внимание к вопросам, охватывающим широкую область исследований, от зеленой химии до использования новейших технологий в промышленности. Ученые делились своим видением развития науки на ближайшие десятилетия, а экспертная комиссия по достоинству оценили проекты. Здесь отбираются самые лучшие, самые, скажем так, мощные работы в области органической, физической, элемент органической химии. Соответственно, есть определенный момент соревновательности, поэтому молодые ученые, которые пытаются реализовать себя в науке, конечно же, стремятся эту премию получить. Ну, во-первых, это привлечение талантливой молодежи, это стимул для молодых людей заниматься научной работой. Премия, которая вручается по итогу, да, проведения очного тура, будут выбраны самые лучшие. В состав экспертной комиссии по присуждению премии Арбузовых среди молодых ученых Казани вошли ведущие научные деятели. Их опыт работы представляет большой вклад в развитие науки о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях. Среди финалистов защиты своих докладов выступили исследователи из Казанского федерального университета, Института органической и физической химии имени Александра Арбузова, Казанского государственного аграрного университета и Казанского государственного энергетического университета. Темы докладов касаются самых актуальных проблем промышленности и быта, в которых сильна химическая составляющая. Моя работа посвящена синтезу антимикробных соединений. Сегодня проблема резистентности микроорганизмов к антибиотикам, антисептикам очень актуальная проблема, поэтому моя работа посвящена вот именно поиску таких структур, которые были бы эффективны в отношении патогенных бактерий. Научные исследования в области химии продолжают преобразовывать мир, представляя все новые инструменты и знания для решения глобальных проблем. Учредителями конкурса на соискание премии является исполком города Казани и Казанский федеральный университет. За 17 лет существования конкурса, участвовать в котором могут аспиранты и молодые ученые высших учебных и научно-исследовательских учреждений, учреждение Казани в возрасте до 35 лет. Его призерами и лауреатами стали около 70 исследователей. Аделя Файзулина, Валерия Карташова, Николай Суховский, Универ Новости.